Людмила Рубан говорит, теперь буду жить спокойнее. В ее квартире установили сигнализатор загазованности. Вся процедура заняла ровно 3 минуты. Смотрите, в штатном режиме будет гореть только одна зеленая лампочка. Угу. Если, не дай бог, у вас произойдет утечка газа, то сигнализатор будет делать вот так. Обеспечить жителей муниципальных квартир сигнализаторами загазованности такое решение приняла администрация Ленинского городского округа. Жителям предлагается 2 вида сигнализаторов. Первый, вот как в данном случае, в помещении, в котором эксплуатируется газовое оборудование, устанавливается сигнализатор, который при концентрации газа равный или превышающий значение порог, срабатывает все индикаторы и потом следует звуковой сигнал. Во втором же варианте, после крана на опуск и перед газовым прибором, монтируется специальный клапан, который в автоматическом режиме перекрывает подачу газа, если, как и в первом варианте, концентрация газа приближается к опасной. Очень благодарна за то, что мне установили датчик теперь. Буду жить спокойно. Это просто необходимо, да, особенно в нашей жизни теперь. Те, кто хочет поставить газовый сигнализатор, может обратиться в управляющую компанию ЖКХ или напрямую в Промгазэнергосервис и подать заявку. Очень много мошенников представляется работниками газовой службы и предлагают свои услуги за очень огромные деньги. Все сотрудники Промгазэнергосервиса работают в спецодежде, имеют удостоверение и, самое главное, установку сигнализаторов проводят бесплатно. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.